Не знаю, не могу сказать, что нервозно, как бы ты всегда должен быть готов к любой ситуации, то есть, если ты выигрываешь 10 очков, это вообще ничего не значит, да, это какое-то хорошее преимущество, но на самом деле, как вот эта игра показала, это отыгрывается очень быстро, довольно часто, поэтому довольно обычная игровая ситуация, с которой просто надо работать. I think maybe the toughest game until now. I think it was a game where Zenit really fought hard, and after that lead that we had, they returned into the game, and it was looking bad for us. But I think that in the end, the character of my players prevailed. I think that we made some tough shots, some important shots, and like most of them were in the clutch, crunch time. So I think that this time, this prevail. The physicality is always up. It goes game by game, and you just have to adjust to it. You know, like you said, tonight was a physical game on both sides, and both teams adjusted, and that's why you've seen a great game. Yeah, it was a good game. It was going back and forth that fourth quarter, and our guys didn't give up. You know, we kept playing, and we found a way to win. Каспер, ну, не знаю, то, что я хочу сказать, на камеру нельзя говорить, на самом деле. Ну, не, Каспер большой молодец, не знаю, мне кажется, очень, не знаю, сколько у него было моментов в этом сезоне, но очень много где вот в клатче порешал, поэтому всегда как бы мяч у него в руках в таких ситуациях. Я в очередной раз доказал, что так и должно быть. Мне, конечно, понравился город, но как-то уже хочется дома остаться.